Выкашиваем очередное поле, на этот раз основное сидератное, но его мы будем пахать плугом, и скорее всего я еще посмотрю, может плугом пропашу остальные поля. Вот как-то так, косим триммером карвер. Почва из-под сидерата мягкая, косится легко и проваливаешься даже туда, в землю. На завтра плугом все это переверну, а потом уже перефрезерую. Просто фрезеровать вот такой густой каше не очень хорошо. Как-то так.